what you say. Всем привет! Я Петра! Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня вы узнаете о очень крутых новостях, а именно, когда же выйдут наши любимые возвращения игр Angry Birds. И не только. Ну что ж, поехали. Опа, куда вы так разогнались это видео сразу смотреть? Я однажды сидел на толчке и думал, блин, на ютубе, наверное, нет шикарных каналов. А потом вспомнил про этот замечательный канал. На этом канале вы можете лицезреть самые шикарные видео человечества. Я посмотрел все и преуспел в своем познании. Советую вам тоже подписаться и стать таким же умным и мудрым, как Ванок Ок. Всем хорошего дня. Bad Piggies 2. Я думаю, тут ничего не надо объяснять, и вы, наверное, много чего знаете об этой грядущей игре. Но вопрос, когда же она выйдет? 25 февраля выйдет бета-версия, а 12 мая выйдет сама игра. Вот, недавно закончился второй опрос по Bad Piggies 2, и разработчики определились со стилем игры. Также у них до опроса была некая демо, где все уже было готово, и теперь осталось добавить только текстуры, спрайты и так далее. Друзья, а вы все помните Angry Birds Transformers? Так вот, вскоре выйдет Angry Birds Transformers 2. У этой игры был свой опрос, подобно Bad Piggies 2 и Angry Birds Go 2. Но из-за ошибок на сайте GeekLab мало кто смог его пройти. Разработчики сообщили, что им хватило этих голосов, и скоро выйдет новая игра. В новой игре будет поворот на 360 градусов, и по жанру будет напоминать какой-нибудь шутер. Разработчики поделились такими концепт-артами, чтобы мы знали, что будет в предстоящей игре. Игра запланирована на 2 июня, и мы все ее ждем. Летом 2021 года, а именно в июле или в августе, проводили опрос по поводу Angry Birds Go 2. И он уже давно завершился, и разработчики сделали некие выводы. И теперь они знают, в каком направлении им нужно развивать игру. Игра уже наполовину сделана, осталось написать скрипты, доделать модели, сделать более-менее хороший донат, чтобы получать с этой игры деньги. И все. Ждать игру надо 3 сентября. Надеюсь, игра будет получиться такой же хорошей. Она будет мало чем отличаться от первой, просто будут добавлены новые фишки, бонусы, больше чемпионов и так далее. Друзья, это были все запланированные игры на 2022 год. На 2023 нас не ждет возвращения старых игр. Следующие остальные возвращения будут на 2024 году. В 2023 нас ждут новые оригинальные проекты. Например, Angry Birds 2 DLC классика, где все текстуры будут заменены на классические, и все. Angry Birds Flock Defension – это игра, в которой мы будем создавать свои уровни, а потом уничтожать их, и за это нам ничего не будет. Тут нет никаких уровней, потому что тебе их нужно самому построить. Такова жизнь. Также нас ждет игра Angry Birds Toons, в которой будут уровни по мотивам сериала Angry Birds Toons. Я считаю, очень крутая идея. Также нас ждет игра Angry Birds Star Wars 3, Angry Among Us и Angry Birds и Мишка Фредди. Очень крутые легендарные игры, которые нас ждут в 2024 году. Друзья, что я могу сказать по этому поводу? Ну, если честно, мне пофиг. Всем пока. Внимание, информация была предоставлена моим монтажером и сценаристом Сергеем Головко, так что все претензии к нему. Всем конец. Повар спрашивает повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет.